развивается и непрерывно развивается. И мы вдохновлены, что имеем такого партнера и имеем совместное предприятие. Мы хотим стать вот этой высокой планкой, этим мировым стандартом, который позволит создать мир силовой агрегат для удовлетворения запросов ваших покупателей. Электрического автобуса действительно был подписан меморандум, и мы ведем совместную работу по созданию нового автобуса. Таким образом, с точки зрения нашего совместного предприятия, я тоже предполагаю, что будет электрифицированный силовой агрегат, также топливо вечер. Если она будет загружена, она будет еще мягче. Конечно, вот той мощности, которую выдает двигатель Cummins ASL, вот этих 400 сил, его вполне достаточно. Это очень нормальный диапазон мощности.